Самарцев и гостей области приглашают на этнофестиваль «Наследие народов». Он пройдет 10 сентября в парке Дружбы народов. Начало в 12 часов, вход свободный. Участников ждет разнообразная программа, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Советского района приглашает жителей пройти вакцинацию от гриппа. В первую очередь прививают тех, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, заболеваниями легких, метаболическими нарушениями. Можно одновременно вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа. Телеграм-канал Куйбышевского района знакомит читателей с местными достопримечательностями, например, Южное шоссе. Это крупнейшая транспортная артерия, соединяющая Самару с Волжским районом. Дорога берет свое начало еще в железнодорожном районе от перекрестка улиц Набережной реки Самары и Авроры вплоть до Старомиловского шоссе, охватывая Южный мост и крупные транспортные развязки с улицами Шоссейной и Уральской. Южное шоссе чем-то напоминает камень из сказки, но в современной самарской интерпретации. Направо пойдешь в Советский, попадешь налево. В железнодорожный, а прямо поедешь, в Волжском районе окажешься.